Семья. Это правильно, людей он точно не любит. Но делать он будет, только если мы его будем заставлять. А я думаю, его скачка, она все равно не слезет. Потому что там 8 тысяч человек в украденных домах живут. И их надо вернуть. А вернуть их может только администрация Пермского края. А она пока занята за тем, что она глаза на закрытие роддома в Кумбуре единственного закрыла. Горбатова могила исправит. Ну, согласна. Следующим выступит Алексей Бессонов. Уважаемые друзья, я член КПРФ, юрист Бессонов Алексей Борисович. В стране проходит 20 лет диких, ужасных реформ. Вдумайтесь в цифры, я их всех называю. Из 140 миллионов 120 получилось 8 тысяч в месяц. Из них 2 тысячи ходят за квартиру и живут на 5 тысяч рублей в месяц. Они загнали экономику в тупик. Экономика не может развиваться. Чтобы работала легкая промышленность, вы раз в месяц должны покупать колточку, раз в 3 года менять мебель. У них ничего не работает, потому что нищее население. Им нужны все основные фонды. Впереди страшный кризис 2012 года. Кризис все начинался. Доллары будут стоить 10-12 долларов. Как они будут управлять страной? Вот здесь сидят представители МВД. Я тоже бывший человек в этой работе. Они кинули военного, советского военного. И сидели в СССР. Мы получали на поколение пенсии 300 рублей, 250. Сейчас получают 6-5 тысяч. Но они вам тоже не будут платить деньги. У них не будет денег. Почему? Потому что баллы будут стоить 10-12 долларов. Посмотрите, что делает Путин и его правое правительство Путина. Они 20 лет пришли в Америку, вместо того, чтобы дать 5% кредиты молодым семьям, производству, для того, чтобы поддержать производство. Они увезли в Америку 2 бюджета и держат там 2%. Друзья мои, перед экономикой катастрофа. Мы победим, держитесь вместе, спасибо. Мы победим!